Деньги гони. А ну свалили! Спасибо, Серега. За дружбу спасибо не говорят. О, здорово, Серега! Здорово. Ну и что, рассказывай, как дела? Да что рассказывать, Сань? Работы нет, девушка бросила. Я вообще не знаю, что делать. Не переживай, есть у меня одна тема, я тебя подтяну. Спасибо, Сань. Алло, да. Сейчас подъеду. Тема есть. Можем хорошо заработать. Но только нужно Саню скинуть. Ну ты подумай. Алло. Прости, но мы больше не работаем вместе. Сергей Дмитриевич, ваша компания обанкротилась. На вас... Сколько ты вообще должен? Как вопрос решать будем? Алло, Саня, нужна твоя помощь. Мне больше некому позвонить. Адрес кидай. Вопрос закрыт? Закрыт. Зря ты пришел. Это он тебя тогда кинул. Я знаю. Спасибо, Сань. За дружбу спасибо не говорят. Дружба. Вообще нужно ли это понятие, чтобы лишний раз понять, что друг может быть предателем? Наверное, нужно. Ведь кроме того, как подставлять, дружба учит еще и прощать.